Мы просто вчера с Ладосом поссорились сильно. Угу. И я решила его отравить. Когда ваша девушка будет писать вам в Москву? Малыш, извини, я не отвечала тебе полдня, потому что у меня не было связи. Знаете, это Он агент под прикрытием. Такому человеку 1,5 месяца. Мия уже подружилась с этим человеком. Это Риткин хэштег. Запоминайте и вводите его. Ну, открываем, О. открываем. Ну, ничего Что страшного. пальцы? Что не пылинка, то витамин. Это сказала бабушка, заметьте. Нас сюда пригласили покушать. Ребята, бесплатно. Осталось дней 12, что ли. Соколовский бог мяса. Я торжественно клянусь, что я больше так не буду. Я захожу в туалет, а он там не снимай! А мне еще нравится Мариана Ро. Сладкий перлок. Перложок. Перлок! Утюг. Друзья, доброе утро. На часах около 7 утра. У меня муж не спал просто всю ночь. Его фигачило, лихорадило. У него температура 38,5. Но это электронный градусник. Говорит, я предполагаю, что выше. Короче, мы сейчас едем в страховую. Ладосечка, держись. Ох, ребятушки. Это, конечно, пипец. Танком переехал. 3 раза? 10. Каким танком? Больше. Вчера все началось с того, что Влад приехал на байке на виллу и говорит, типа, Ритон, я тебя понимаю, видимо, я знаю теперь, что такое симфизит, в каких болях ты жила, потому что у меня, типа, так ломит ноги, так ломит кости тазовые, вот это вот все. Мы думали, это пройдет, мы думали, это от того, что, типа, ну, человек там прыгал на водопадах, ходил в гору 3 дня подряд, пешком излазил весь север, типа, ну, просто устал. Вот, закончилось все вот такой температурой. Покатался? Посерфил, Зай. Зай, ты серфер. Серфинг. Я серфер, полиатлет. Да. Короче, мы сейчас пытаемся связаться со страховой и поехать в больничку, как минимум исключить укус денге, комара, потому что это тоже похоже на такие симптомы. Угу. Вот. Единственное, что меня радует, что я просто читала уже, когда лихорадила Сана, что типа один из первых признаков денгешных укусов – это пятнышки на груди красные. Нету. А у меня, знаешь, облачный атлас. Да. Точно. Кот, ну я тебя не кормила ядом, и честно. Фигачила, колбасила. Я тебя не кормила ядом, я тебя люблю. Мы просто вчера с Ладосом поссорились сильно. Ага. И кто-нибудь мог подумать, что я решила его отравить, но это неправда. Лживые домыслы. Лживые домыслы, это Цыпина бы так сказала, Зай. Ага. Вот. Еще мне тебя очень жалко, это с одной стороны очень смешно, конечно, а с другой очень грустно. Соколовский и Дакота, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Буська! Ну, веселушка. Ты очень горячий мужчина. Сейчас мы тебя спасем, котенок. Держись. Короче, рассказываю. Это были сутки самого настоящего ада. Я такого вообще никогда в жизни не испытывал. У меня была лихорадка, настоящая лихорадка. И по всем симптомам это типа денге. Денге – это... Тут, короче, есть такая тема, что комары у них приносят какую-то там херню. Заразу. И как бы, ну, попадешь, не попадешь. То есть у 90% комаров, например, этого нет, там, а у 10% есть. И как бы тут это распространенная тема. Вот, и начинается ломка, начинается жесткая-жесткая лихорадка. Вот, людей там фигачат. Кого-то сутки, кого-то трое, кого-то целую неделю, в зависимости от организма. Вот, меня напичкали таблетками разными. Обтирали уксусом, чтобы сбить температуру, потому что она была под 40. Я вообще не спал, потому что, ну, боли были просто дичайшие. Болели суставы, бедра, внутри бедер, короче, все кости выламывало полностью. Вот еще после наших всех этих походов на вулканы, на водопады. Вот. Не знаю, мне вот сейчас получше. Я очень надеюсь, что все это уже пойдет сейчас на поправку. Ну, а если нет, то поеду в больницу. Поставят какие-нибудь
капельницы, антибиотики прописывают или еще что-то, потому что я просто не выдержу это еще раз. Это именно изнуряющая, просто выносящая мозг фигня. Прям просто тебе вот... Ты ничего не можешь с этим сделать. То есть абсолютно беспомощное состояние. Так что, друзья, не болейте. Следите за своим здоровьем. Пейте иммуномодуляторы, ну, природные. Подписывайтесь на наш канал. Тут вся правда. Я сегодня первый день на ногах. Мы решили вечером немножко развеяться, съездить в Сингулфин на закат. Здесь он практически всегда шикарный. Если только солнце сейчас совсем не зайдет за облака, и судьба посереет. В общем, расклад следующий. Мы приехали в Сингулфин, тут начался дождь, поэтому мы хотим внутри. Мы ничего мы не посмотрели, но мы на юге еще 16 дней, поэтому у нас будет возможность приехать сюда и посмотреть хороший закат. Думаю, что не раз. Мы приехали в итальянский рестик, который находится на улице, где мы жили первую часть нашего отдыха. Где у нас была вот эта злосчастная вилла и все такое. Вот. Но тут зато реально очень вкусная пиццерия. Мы заказали себе 3 пиццы на 4, еще всякие напитки. И вообще тут очень миленько. И я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто смотрит влог Влада Соколовского. Ладно, это тоже есть. Я просто ленюсь, я устаю, не хочу снимать. Не проживешь. В общем, как ваши дела? Меня зовут Рита, я жена его. И мать Мини. Мы сегодня с Ладом сидели с Мией дома целый день, и мы только выехали. Как твои дела? Говори ты. Твое эфирное время, знаешь. Я не знаю, что еще сказать. Все хорошо. Я чувствую, что была в этом влоге. Настроение? Вот. Я села на мокрый байк, у меня мокрая попка. Я придумал фишку. Слушайте. Полезная информация. Вот большинство из вас следит за Ритой в Инстаграме. Пожалуйста, вот если вы видите, что во влоге Риты мало, а в Инстаграме она постоянно там что-то постит и так далее, заваливайте ей комментарии, пишите: Рита, снимай влог. Рита, снимай влог. Рита, снимай влог. Рита, снимай влог. Она вам задает вопрос: а как вы думаете, что вы думаете на тему того-то, того-то? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вы пишите: снимай влог. Просто вообще игнорируйте ее вопрос. Не отвечайте на это, пока она не начнет снимать влог. Это пес, Барбос. Съел твой нос. Ребят, вместе мы силы. Мы заставим ее снимать влог. В общем, ничего пока не меняется. Но мы очень голодные. Ты снимаешь? Мы можем пообщаться с тобой на эту тему. Женек, привет. Рита задает вопрос, почему ты мне не нравишься. Я сам хочу задать вопрос, почему ты мне не нравишься, потому что до этого я об этом не думал. И вообще мало кто любит любовников своих вторых половинок. Да, поэтому вот мой ответ. А так все очень хорошо, ты клевая. Нам ее принесли. Офигенная, очень вкусная, с тунцом, это с салями. И сейчас еще принесу пакет тамаджи. Вот там сзади стоит целый холодильник с мороженым, который так и манит к себе. Манит, говорит, сожри меня, Влад. Но я обычно не дохожу до туда. Ваня, хватит глотать слюни. Ешь пиццу. Сделай что, это. Можно? Да, сделай это красиво. Можно? Да, я разрешил. Спасибо. Ты этого ждал? Ну, сейчас знаешь, как звучало твое приложение? Ну, пип-пип-пип. Примерно так звучало твое приложение. Я по работе. Я это к чему вам показываю? Когда ваша девушка будет писать вам в Москву: малыш, извини, я не отвечала тебе полдня, потому что у меня не было связи. Знаете, это связь на баре прекрасная. Потому что обычно это вот так выглядит. Я по работе. У нас сегодня сложный день. Нам приходится всем вместе, включая Миюку, ехать в визовый центр. Миграционная служба, в общем. Потому что у нас заканчивается виза. Она здесь дается ровно на 30 дней. Так как мы хотели пробыть на острове 2 месяца, мы знали, что нам придется в какой-то момент ехать продлевать визу. Вот. Надо фотографироваться, и младенцу тоже надо фотографироваться, недостаточно того, что у нас есть документы, что это наш ребенок. В общем, ей надо тоже фоткаться. А возможно, даже снимать отпечатки пальцев. Вот этих вот пальцев, которые вот, вот этих. Мне идет фотографироваться на документы. Вот наша коляска, вот наша детская сумка, вот наш ребенок. А вот наша мама!
Я, правда, не знаю, в посольстве можно снимать или нельзя. Скорее всего, нет. Мы как-нибудь постараемся аккуратненько. Выдумал Мике подпись? Ну-ка, расскажите. Ты у меня такая умничка, так хорошо себя вела. Мия побывала в миграционном центре. Она серьезный человек. Они понимают, что Мия наша не шпион. Не шпион? Нет. Она не работает на ЦРУ. Работает. Нет. Она агент под прикрытием. Вот таким. Нету Мии. Вот она. А мы приехали на пляж. И смотрите, кто с нами, кто главный пляжанин мира. Она уже все сама рассказала. Там... Просто если повезет, то вот на этом дереве можно встретить белку. Что? Она, потому что на нее воздух дует, а она вдыхает. То есть не я дую, а просто воздух. Она в восторге, мне кажется. Я понимаю Миюшу, я тоже обожаю пляж. Сегодня смотрите, какое морешко классное. Сейчас пойдем купаться. И может даже кому-то припадет тоже искупаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Мию увидела девочку. А ты... Поближе ее подведи, стой. А она испугается. Да не испугается. Она же смелая девочка. Кто? Мия, а белочка? Да. Привет, белка. Белка, я боюсь тебя. Блин, боюсь. Нет. Не страшно. На. Я боюсь белок, мам. Они, знаешь, как кусаются больно. Мы только что первый раз в океане купали Мию. Мы не засняли это, потому что некому было. Руки были заняты Мией и океаном. Но в следующий раз мы обязательно заснимем. А вот она, Мия, вылезла из океана. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как тебе океан, Мия? Сейчас и прическу. Мия Всеволодовна. А, да, Влад делает фирменную прическу Миюхи. Океан? Сейчас я сделаю из нее очень серьезного человека. Мы с батюшкой все больше в коммерческой части. Возьму на кассу вас. А во-вторых, мы кое-что нашли. Сейчас покажем вам. Вот. Это когда Мимимиша зашкаливает. Привет. Такому человеку 1.5 месяца. Мия уже подружилась с этим человеком. Какой же ты крутой, а? Раньше такое доставалось только одной попе в мире. Вот этой. Вот чего не было, того не было. А вот и зря. Раньше все было как раз таки наоборот. Это Риткин хэштег. Запоминайте и вводите его и промокод. В общем, это... Да, да, это остеопат мне наклеил, потому что я уже здорова. Да так и не скажешь, да? Ты всегда при мне будешь гадать, ты меня вообще не любишь. Люблю. Нет. Только по-своему. Никто так тебя не любит, ты как я. Ты ужасно меня любишь. Никто так тебя не любит, как я. Я такое удовольствие для нее представляю, что почему-то да. Только мне достается. Да. Мне тоже достается. И улыбаешься, да? Обоссала бабушку и улыбаешься. Юха! Купи-купи, Мия. Мия, купи-купи. Ничего страшного. Что не пылинка, то витамин. Это сказала бабушка, заметьте. Купи-купи, дочь. Купаться в бассейне с папой и с мамой. Мика водяной, Мика любит купаться. Водоплавающий. Только в Бэби Сумере что-то не очень нам понравилось, да? А он жесткий. Смешная до чего, невозможно. Яролашная. Здесь немножко тускло, но это объяснимо тем, что мы попали в дорогой ресторан. Каким образом? Нас сюда пригласили покушать. Да, ребята, шеф, бесплатно. Шеф вот. Позвал. Лафа, вот прям. Вот она. Короче, это очень клевый ресторан, в котором мы однажды уже были на дне рождения Оли Галыгиной 3 года назад. Вот. Я чуть ли не здесь с ними познакомился. И здесь работал мишленовский повар. Тут, короче, не то чтобы очень дорого, как обычно в мишленовских ресторанах, но повар типа крутой считается. Вот. И мы пробовали несколько его
его авторских блюд, и они были безумно крутыми. А сегодня он для нас придумал сет-меню. То есть мы даже не заказываем ничего, он типа кормит нас тем, чем он посчитал нужным нас покормить. Он нам принес, в общем, вот такие вот менюшки, просто где написана история всех авторских блюд. То есть таких блюд больше нет нигде, только в этом месте. Он их придумал сам, и, в общем, здесь история создания этих блюд. Типа там, например, он путешествовал по Мексике и 21 день каждый день ел такосы, чтобы сделать самый вкусный такос. Он, значит, ну, там он рассказывает, как он с острова Ламбок везет гребешки, там с чем он их перемалывает и все остальное. А сейчас мы взяли кое-какие напитки, они тоже авторские, все, смотри, короче, подачи авторское. Какие вот, эти кубики. И прям все очень клево подают. Мы безумно голодные, потому что Ритон валялась на ресницах 3 часа. Валялась и страдала, чтобы вот. У тебя и, была красивая жена. В итоге мы здесь. Но, честно говоря, просто желудки прилипли к позвоночнику. Вот мой коктейль. Называется он Мо. Тут, короче, какао-бобы, тут какие-то там ликеры, молоко, еще что-то. Короче, очень круто выглядит. А вот мой коктейль, это, смотрите, разноцветные ледышки, они из натуральных фруктов. Это замороженные соки, и они заливаются каким-то типа подобием белой сангрии. Пахнет вкусно. Просто моя тема. Ой, короче, как в какао добавили чуть-чуть алкоголя. И он не мешает. Ладно, вот эти вот штуки, это съедобные, вот эти типа welcome snacky. Это уже какая-то это, молекулярная. Блин, это очень прикольно. Попробуем. Короче, это сахарная вата, знаете, ну, только она в специях. Напоминает маги-маги. Это очень прикольно, правда. И это гребешки. Вот. Мы их помним еще с прошлого раза, и это безумно вкусно. Это было так вкусно, что Галыгин взял домой, ты кулынул 20 штук. Но это будет некрасиво, как я ем. Ну, я пока поговорю что-нибудь. Карита там поперекидывает с одной щеки на другую. Так же вкусно, как было тогда. Ну что ж, это севиче. Выглядит очень необычно, но это как молекулярная кухня типа того. Мало кто такое понимает. Я, в принципе, тоже, но я не исключаю, что это очень вкусно. Я очень хочу это попробовать, потому что там watermelon. Где watermelon, везде вкусно. Все очень нестандартно. Я, знаешь, что поняла? Чушка молекулярной кухни в том, что либо очень-очень горячо, либо очень-очень холодно. По-разному. Либо пена. Вот это очень странная фигня. Короче, это типа салат Цезарь, но непростой. Он какой-то как мусс с чесночком. Это пенка, короче. Закинуть весь Цезарь в блендер, сделать из него пенку. Молекулярная кухня, одним словом. Но вкусно, блин. Ну что ж, мы немножко лузеры, потому что у нас села батарейка во время ужина, запасной у нас не было. Мы думали, блин, такие маленькие порции, это же типа сет-меню, эконом-вариант. Нифига! На двоих это даже много, и мне кажется, что можно было съесть эти 7 блюд на троих и, в принципе, наесть. Нам сейчас несут 2 десерта. Один называется белый снег, а второй карамельное яблоко. Так, вот он, белый снег. Серый лед. Все разбабахало? Шеф сказал разбабахать. Все, слушаем шефа. Какой неоригинальный ресторан, все вкусно. Это очень вкусно. По мне так это прям супер топовый десерт. Мы довольны. Надеемся, что вы тоже довольны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А не то, вам всегда будет невкусно в ресторанах. Аминь. Спасибо огромное этому месту. А мы идем жрать в другое место. Нет, мы просто едем домой. На последнем издыхании. У нас много топлива, малыш. Мы должны смотреть много сериалов. И, возможно, сделать мини-братика. Ой, все. Вот, когда тебе так беспардонно вот это вот выкидывают, просто стой, хоть падай. Вот, и еще один день. На самом деле так получается, что осталось дней 12, что ли, здесь нам быть. Это уже немножко не укладывается в голове, потому что раньше весь отдых состоял из, там, 10, 8 или 12 дней. 14 – это прям много-много. Сейчас, после такой длительной поездки, 12 дней – это типа, ну, примерно как неделя пролетит. Сложно с этим смириться. Но надо прожить эти 12 дней прям вот на полную катушку, сказал Влад, который встал в час дня. Встал, потому что смог. К нам сегодня приехали друзья Павлова и Шанкар. Сегодня очень-очень жаркая погода, прям максимально жаркая. Вот все сконцентрированы у нас возле басика, возле беседки. Ребята, это классика. Когда снимаешь, ведешь, и в итоге откладываешь это все в сторону во время самого интересного. Короче, что успели, то и показали. Не серчайте. В общем, вот. Многие из вас скажут, что это за сырой кусок мяса. Идите в жопу. Это
прожарка медиум. Это самое правильно приготовленное мясо. Повер не должен сам себя хвалить. Я расскажу. Это просто... Знаете, кто бог мяса? Соколовский бог мяса. Нигде, ни в одном стейкхаусе и так невкусно, как Влад жарит мясо. Правда, ребята? Да. Кроме самого лучшего стейкхауса от Соколовского. Да, Соколовский хаус. В общем, это было так вкусно, что вот. У меня ничего нет. У тебя все... Нет, спи, дура, все у тебя есть. В общем, это очень вкусно, и Влад победитель мяса. И если вы будете активно подписываться на канал и ставить лайки, возможно, мы придем к кому-нибудь из вас в гости и приготовим мясо. Но это не точно. У вас живет Гикон? Да, я захожу в туалет, а он там вылазит. Вылазит? Посмотреть на это? Такой, ну-ка, Алиска, пукни, солнышко, я послушаю. Ужасно звать. Слушай, ну это Гикон... Это Гекон Пукалюк. Это крокодил-говнодил. Нет. Знаешь, хорошо, что не крокодил-говноед. Он просто ждет, когда она закончится. Он просто ждет, пока кто-то не смоет. Что там? Подожди. Ой, блин, вот страшное чудовище. Это ты. Подожди. Страшно, давайте выпустим. Подожди, нет, стоп, там ее света убьет. Пойдем, выпустим. Блин. Куда там дождь? Она не лечит. Блин, какая она большая. Может, я пока тут оставим? Ребят, она вот как рука просто. Ну, поставь руку. Ну, блядь, через стекло, наверное, огромная. Моя рука. Это чудовище. Не надо. Давай ее сюда. Так охота. Давай. Выкидывай. Ой, ее приняла. Ой. Блин, отпалкнули бы только. Знаете, ребята, я, конечно, знал, что в большой семье не щелкают, но как бы... Он не думал, что до такой степени. У нас, оказывается, Алиса шкерит молоко. Да. Ребят, молоко. Держите. И не у себя в груди. Вот оно, это твое зашкиренное молоко, это для больше всех. Не вот это для всех. Алис. Она полусерьезно хочет поделиться со всеми. Это для всех, да? Да. Ёб твою мать. Алис, вот это для всех. Вот для всех. Прикинь. Ребят, это вообще... А что еще сказать? Так вышло. Просто так вышло. Серег, поскольку действительно очень мало материала, постарайся запихнуть все это. Кроме мата. И прям режь по минимуму. Кроме мамы говоришь? Кроме мата. Кроме мамы. Режь по минимуму. Прям пусть вот колбасой идет. Это же очень интересно. Режь по мату пусть. По мату? Да. По мату? То есть от мата до мата, да? А реально, давайте нарежем. Там просто... Сделай такое. Подержи мне ложь. Мы не можем, а у нас деды со своими мамами смотрят ваш клуб. А зачем? Они зря так пустые. Подожди, я считаю, что это несправедливо, потому что когда смотрит мамочка и смотрит ее ребенок, это целых два просмотра, а засчитывается только один. Это не круто. То есть нам с мужем надо отдельно смотреть, да? И Мартину еще отдельно. Мартину отдельно ставить. Но ему пока не интересно нас смотреть. Я подумала над этим. Ну что, тебе нравится? Лунтик-лунтик влог. Алис, слышишь? Лунтик. Это печенье для всех. Нам предложили схему для Мартина. Лунтик-лунтик влог. Да, как реклама, да? Лунтик-влог. Вирусная реклама просто. Не, лучше так. Лунтик-влог-лунтик. Это реклама. Сейчас пойдет. Лунтик-влог-лунтик. Лунтик-влог-лунтик. То есть лунтик, математика, лунтик. Это нормально. Потом его 15, 16, 17. Лунтик тёлочки. Нет, лунтик, облачный атлас, лунтик. А тёлочки где? Лунтик, тёлочки, лунтик. А потом это лунтик, фейс, лунтик. Лунтик, фейс, лунтик. Я не могу... Это что? Это первый случай, когда я не знаю, что лучше. В смысле не знаешь? Бро, в прямом смысле, не знаю. Лунтик, так всяко лучше. Нет, фейс лучше. Я посмотрела интервью Фейса и Дудя, мне понравилось. Чего? А можно вопрос? Что? Кто такой Фейс? Меня лишат родительских прав? Вот он.
Ты его каждый день видишь в зеркало. И не только. Вот, вот. Я из тех людей, кто посмотрел «Зудя» с Фейсом, а мне понравилось. Я вообще не узнала какой-то. Нет, а интервью прикольное. Это певец? Но Фейс не прикольный. Певец? Рэпер. Влад, ты сейчас заимела много малолеток фанаток. Фейс клёвый. А мне еще нравится Мариана Ро. Все, бинго! Это страйк, ребят! Это страйк! Ребят, мне с вами еще 10 дней жить. Тебе с ней жить 10 дней, она шкерит молоком под подушкой. Вань, нам с тобой еще всю жизнь жить. Слушайте, ребят, вы наверняка спрашиваете, где прикинь, очень печально, когда твой друг ставит себе черту. Вдруг ты вспомнил, что ты он просто поставил черту нашей дружбы. Влад, то есть она продлится еще 10 дней. Влад. В момент, когда я вспомнила, что я мать, Мия спит. Не переживайте. Мы обсуждаем Фейса только, когда Мия спит. Вот так. Нечего добавить. Вообще, у Риты есть отдельная рубрика, это типа «Я снимаю влог, поэтому я не с дочкой». Типа такая отдельная тема. Ну, конечно, как она может быть со мной, ведь я одной рукой снимаю влог. То есть, ну, фак. Как бы. Мия спит, я пью винишко. Мия спит, я пью винишко. А Мия спит каждый день, причем по несколько раз в день. И это как бы ключевая информация. Размышляйте сами. Она на глубокий сон ушла. Новая, да? Новая сплетина. В дневном сон. А ты в глубокий штопор? Мия ушла в глубокий сон. Когда она спит 2 часа, я пью молочко. У Алисы, да. Отдай, пожалуйста, его, Алис. Я пью винишко. Алис, забери, у нас есть, нам не надо. Мы не претендуем на твое молоко. Алис, у нас есть молоко. Можешь пить. Взрослые люди могут себе говорить. Ни в чем себе не оказывай, Алисы. Только твое. Никто не претендует. У нас литруха. Сейчас сделаю. Будешь? Хочешь? Да, у нас. Ладно, ладно. Ваню не касается. Жить тише, ребенок. Только мы сейчас... Вань, пользуйся. 10 дней еще. Спасибо. Свободности молока или что? Нет, наша дружба. Сладкий перлок. Перложок. Перлок. Утюг. Знали бы вы, как она пахнет вкусненько. Почему камера не передает? Перложок. Перложочек. Всем привет, я Мия. Я Мия. Первая съемка Мии. О, она снимает. Что-то пошло не так. Она плохой оператор. Она пока не научилась снимать. Пока не научилась еще снимать.